И всем привет, с вами Александр Навас. В данном видеоролике сегодня я вам покажу прикол. Очень крутой прикол. В общем, смотрите. Я покупаю оружие, например, Dual Barrett. И я могу прицеливаться, я могу стрелять из этого оружия прицелом. И это круто, ребят. Сегодня мы поиграем с прицелом все 8 раундов, или сколько там раундов, не знаю. И поиграем, да. Если что, это боты, да. То есть я это проверяю на ботах, потому что я не знаю, будет ли это работать просто. Итак, я покупаю, например, М-ку. И сейчас я просто буду разносить ботов. Именно вот так вот, прицелом. Ребят, кстати, ребят, есть такая программа, называется Steam Manager. Он заменяет файл игры. Вы можете открыть файл Valve, который вышел недавно, короче, обновка на прицел. Но обновка еще не вышла официально Steam. И поэтому это можно только взять в файлах игры. Но когда вы это сделаете, вы можете прицеливаться с М-ки, там, с любого оружия вы можете прицеливаться. Но это недоработано еще, это, то есть, недоделано, как-то недоработано. Но все же это круто выглядит, поэтому, ну, пострелять там можно. То есть, загружаете программу, открываете файл, там будет цифра 0, вы ставите цифру 1. Все, у вас все заменилось. И вы можете спокойно уже ходить прицеливаться. На официальные сервера я пока что не рекомендую заходить, потому что... в общем, я не рекомендую туда заходить, потому что, не знаю, по-моему, не забанят, но я не знаю, лучше не заходить. Ну а так вот, все нормально работает, с ботами можно поиграть уже. Ну, может, уже это все добавят и... Можно будет уже на официальных серверах попробовать. Но если хотите, можете попробовать поприцеливаться, там, поубивать врагов. То есть, вот так вот. И вот сейчас я последний раунд сыграю, и на этом закончу видеоролик. Так. Так. Вот, то есть, как это все прицеливается нормально. Вы можете прицелиться, и это проще попасть в хедшот. Бомба здесь, так. Палы сядем. Остался один. То есть вот так вот можно прицеливаться с любого абсолютно оружия. Не обязательно это должна быть М-ка. Это может быть как, например, ну, в общем, любая пушка. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами я, Александр Навасов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео. И всем удачи, и всем, конечно же, пока.